Самолет? Ну, завтра прилетит. Там лежит в этом. Отдал. А? Не, отдал. Еще 4 матча. Через 2 Ковалёв. Такое чувство, что Тищенко чуть-чуть вялый, да? Такого подустал. Еще 2 очка остановит, да я. Один. Два.
Что, руки? Юки не ставят. А, сейчас, а я не вижу даже. Где 4? До 11. Многие, кстати, смотрю, заканчивают здесь это профессия учителя физкультуры. Вот тот тоже закончил. Оно видно, они все это. Мой тоже профессия. Чемпион Украины за студентов. Чемпион Украины за студентов. Студенты, это может быть юниоров? Сдавливай, сдавливай его. Открытый
ему дали. А так все равно дают, да. Боря Малиновский объяснял, что независимо, очки только можно снять, ну, если неправильно было сделано. Только если открывается специальное окно, правильно? Когда он, судья, это самое, снимает очки, показывает, да, что снимает, только тогда открывается окно и за ошибку снимаются очки. Когда? Да, когда показывают. А вообще, говорит, если даже удар прошел, хоть он был неправильный, в принципе, ну, никак невозможно снять это очко. Конечно. Они дали его, хоть удар и был. Поэтому, как бы, даже это если три раза ударишь неправильно, на третий раз тебя вдруг остановит, ты все равно выиграешь, остановишься. Остается. Два у тебя забирают, а один это сам. Думаю, закончится раньше. Что-то счет мне не надо. Ринг сломали. За третий раунд. РСЦО, а не РСЦО. Плохо поэнти. Фрейм реально. Бах, по кропам. Я бы сказал.
А с кем он? С кем он? Алло, сиди. Она, блядь, с поздним зажиганием идет. Револьвер у них, ладно. Да, уходи. Нормально, повдигнитесь, там сигарет.